Последний матч «Витязя» сегодня состоится в Мытищах. И есть одна очень большая интрига. Надо уйти с последнего места. Давайте, ребята, приедем, поддержим нашу команду и победим. Последний бой, он трудный самый, так говорится в знаменитом стихотворении. Да, заключительная игра. Все, я думаю, в хорошем настроении, что все равно надо выдать максимум сегодня. Как говорится, хлопнуть дверью. Иван, есть интрига. В случае победы мы уйдем с последнего места, обойдя Борис. Ну, мы на это не смотрим. На любую игру выходить и обыгрывать, несмотря там, на каком-то месте находишься и кто перед тобой. Ну, а так, на каждую задачу, конечно, стоит. На каждую игру стоит задача выиграть. И отыграться за два поражения от Кунлуни, которые были совсем не так давно. Это, кстати, да. Надо поквитаться, наверное, с ними, забрать свое. Два обиднейших поражения, при том, что... Как мне казалось, с трибуны я не играл две игры, что переигрывали ребята два матча. И я думаю, этим вечером, я думаю, игра сложится в нашу пользу. Ждем болельщиков, ведь не так далеко Мытищ. Да, приходите на хоккей, будем рады всех видеть. Надеюсь, сегодня вас порадуем.